Какое же это чудо, аккомпанемент песни и вление весны, которая рассказывает своим музыкальным языком о событиях песни сказки и вление весны. И действительно, это событийность и это явление можно почувствовать благодаря аккомпанементу. Это приход любви на землю. И я вместе с аккомпанементом, вспоминая любящий голос сказочника, старалась проживать эту песню-сказку. И так интересно, песня любимая такая, аккомпанемент звучит, и проживаешь строчку за строчкой событий этой сказки. И так интересно, что голос этот ощущается, а ты только слегка, бережно-бережно шевелишь губами, ощущая все это волшебство песни сказки. И интересно, душа просто наполняется теми чувствами, которые льет эта песня сказка. И такое волшебство, что из от куплета к куплету ты словно бы наполняешься этими прекрасными чувствами. И весна и тебя и обогревает, и наполняет, и вдохновляет. Вот это все можно почувствовать, находясь в атмосфере песни сказки. А еще меня очень удивило, когда звучали завершающие строчки, и женские голоса воспевали ликование и капели, ликование и цветов, и птиц. И так интересно, аккомпанемент песни, а внутри своей души слышатся эти женские голоса. Они поют. И вот такая радость рождается от такой встречи удивительной, волшебной, которая дарит песня-сказка и аккомпанемент. И удивительно еще то, что в результате проживания сердце наполняется благодарностью. Благодарностью волшебнице весне. И понимаешь, как сколько любви в душе живет у тебя и к волшебнице к весне, и к сказочнику, и к самой сказке. Поэтому спасибо огромное вот за такое чудо, которое подарено всем нам, слушателям.